Всем привет! Сегодня 8 февраля 2021 года. Вот так у нас уже все тает. Сегодня прекрасная погода. Прекрасная. Сейчас пойду проверю свою грядку в маминой теплице. Все отлично. Завтра, если будет такая же прекрасная погода, я буду сеять зеленушку. Здесь у меня для экспериментов и на виноградных место. Здесь тоже. А вот здесь еще остается. Но там вот тень совсем все время. Вот здесь, где светло. Может быть, я еще и на вторую грядку залезу. Посмотрим. Только я там дуги не поставила. Там можно тоже посеять. Вот, надо с осени поставить дуги. Земля прекрасна. Глубины будет достаточно. Ой, тут вообще нормально. Естественно, она там мерзлая. Мне сейчас скажут, там же мерзлая. Ну, конечно, она мерзлая. Вот я посею. Присыплю вот этой сухенькой землей. И до самых дуг насыплю снег. У этого способа есть ряд преимуществ. По крайней мере, для меня. Ну, кто хочет, делайте так же. Кто не хочет, не делайте. Всем пока!